Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и у нас есть два мега-жопо-разрывающие турниры. Короче, первый турнир, это у нас Спинотораптор Супранотитан на Роджестега, как видите, 17 на 6,4, 13 на 4,5 и 18 на 6,2. Вы думаете, это типа что-то тяжело? Да, нет, это как бы совсем обычный турнир, у нас даже еще один прям такой вот есть, во-во-во. Ну, не знаю, вот это, кстати, полегче, давайте, может, запилим, давайте запилим его. Его сначала, что ли. Ну, здесь у нас карт-бланш, да, там мы в гостях, так что можем здесь выбирать, сражаться кем угодно. Ну, давайте как-то вот так сейчас попробуем. Я так, не глядя, выбрал. На самом деле, преимущества у нас особого нет, потому что там троодон один стоит двоих, наверное. Так, ну, пятерочку можно ударить, потому что тут все равно три удара хоть так бить, можно, короче, его немножко и продемажить. Второй у нас стоит Индораптор 20-й. А ну-ка, Троодон, смотрите, ну, Троодон мощнее Юдона. Так, ну мы еще один удар можем выдержать, а это хорошо. Здесь, конечно, наша победа не вызывает сомнения. Это там не кайнозойский ад или какой-то еще ад. Но посмотрим, что будет во втором и третьем бое. Там, если попадается типа что-то амфибий, то нам вот жопа реально. С амфибией нечем сражаться. С хищниками еще нормально. Хищники против хищников, против травоядных. У нас достаточно хищников, а вот против амфибий неким сражаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, надо было добивать, ну пусть будет так. Это не беда, это все, короче, легкотня, разминочка и тому подобное. Блин, завтыкал, насколько он там нас ударил. Так, там эрликозаврик идет, да? Казуар юрского периода. Или в каком он там жил. Меловом, например. Так, вот, я про этого думал, что я его тут сейчас добью. Раз-два добил, раз-два добил. 4, ничего себе, это большая редкость. Эрликозавр, ты могешь, моща. Давай, на 4 может проатаковать, кстати, нас завалить. Смотрите на него. Но в следующий раз он не выдержит. Мы нормально дымажим его так. Руки косы. Нормалек он так сидел, непонятно чего он ждал. 4 балла в защиту все время ставить. О, еще один появился. Руки серпы. У того были косы, у этого серпы. Ну правда, а если тогда терезинозавр взять, то у него самые длинные когти из этих. Его как назвать? Что есть длиннее косы? А, ну тут легкотня, мало жизни. Сигнезух. Легко сдался, хотя он по раскраске похож с эрозинозавром немножко. Ну, так, это была изи катка. Вот о то, о чем я говорил. Чем прикажете сражаться? В таких случаях. Блин, когда я сражался с этими ребятами, что они тут до сих пор заняты? Это делается вот так. Ну, здесь, конечно, у нас проблем нет. Мы можем брать метриофодонов сколько угодно много. И вот эти ребята есть. То есть... Ну, я специально взял вот так вот, чтобы он не подменялся. Ну, там будут, конечно, неудобства. Но давайте попробуем. У нас попыток, по крайней мере, в этом аккаунте не ограничено. Чего не скажешь про мой. На 2 это плохо. Ну давайте. Давайте рискнем. Еще на 2. Так, теперь у него будет 3. Мне главное защитить вот этого вот красавчика. Ну, надо 3 в защиту ставить.
Раз, два я его пробил, три в защиту, я думал, он меня проатакует. У Найрингхам там, потому что у него удар стопудово с одного, он меня легко пробивает, там что-то будет в районе 6, наверное, да, 5500. Давай, атакуй на 3, и я его добью потом. На 2 всего лишь. Не знаю, на что он рассчитывал. Но это не очень приятно, конечно. Мне придется теперь бить лишних пару ударов. Вот, раз, два я его пробил, и 3 в защиту. Ну, хорошо, хоть за 2 пробивал. Я думал, 3 придется бить, было бы печально. Ну-ну, давай, теперь что? Нужно бить ему минимум 3. Он так и сделает. Обязательно троечка. Это был верняковый вариант завалить Индораптора. Но у нас теперь есть такой же верняковый вариант завалить этого Приназуха. Но вообще-то, ребята, мне классно, мне нравится очень этот Гриппозух. Да, это тоже парнишка похож на Гавиала, но он дальше какой-то толстый. А вот Гриппозух вообще похож на Гавиала. Из Jurassic World Alive, если что. Прилег отдохнуть, так сказать. Так, идем дальше. А, ну это легкотня будет. Вот так он подменится на, скорее всего, на Ютирануса. Кого возьмем? Можно взять Гаргазуха для разнообразия. Ну, давайте попробуем такой вот корявый троицы. Хотя был более простой вариант. Здесь, да, например, взять 3 Индораптора. Они бы порвали их как тузик-тряпку. Или тузик-грелку. Кстати, можно атаковать. Мы за 2 удара его по одному пробивали бы. Кентрозавр очень хорошо, кстати, выглядит в этой игре. Давно на него не смотрел. Вот такие вот броня, шипы торчащие. Как будто бы гвозди туда забивали. Ну, гигантские гвозди, конечно же. А вот это вот я не рассчитывал, ребята, на этот. Но он тупо сделал, смотрите, то есть я его сейчас за 2 пробиваю. Он подменился, потратил балл. Я вообще-то думал, что он на вот этого подменится, на Ютирануса. Почему он так не сделал? Короче, он решил перепутать мне все карты. Но он сейчас меня пробивает на 2. А я его не могу пробить. А, раз, два. Ну, 3, ладно, пробил. Так, что там Кентрич? Кентрич, Кентрич. Кентрозавр. Он, а, по-моему, Jurassic World Alive он выглядит совсем не так. Кентрозавр. Здесь это кентрозавр, он больше похож на анкилозавра. С такомайзером только от стегозавра. Хотя он стегозавроид, кентрозавр. А, то есть, ну, реально такой низкий, как анкилос какой-то. Так, ну, тут получилось, ребятки, по изичу. Поизичу пройти и все. Ну тогда, наверное, надо будет не записать еще, пока мы в гостях, и второй бой, раз так все легко у нас тут пошло. Чего не скажешь, у себя в аккаунте я там смотрел, у меня там вообще жестяк какой-то получается. О, защити свою территорию, ну ничего себе набор. У нас же был такой турнир недавно. Защити свою территорию, ядреный какой-то. И тут нам Мауизавр попался. Вот так. Следующий турнир будет у нас «Что скрывается внизу». А давайте сейчас мы еще так для разнообразия возьмем. Один боечек здесь сделаем. То же самое. Мы можем 2 раза пробить, хоть так, хоть так. Потому можно не стесняться, можно продемажить немножко. Не поставил в защиту. Странно, я у себя проходил, у меня он ставил в защиту. Давай, Метриалон, кроши. Паразавр. Кстати, прикольный гибрид, да, вот выглядит забавно. Голова Паразавра Лофа, гигантская голова Паразавра Лофа. Прикиньте, на такое туловище голову тиранозавра подцепить. Вот забавно было бы. Ну или какого-то такого хищника другого. Аллозавра какого-то, монолофозавра, дилофозавра. Это вообще какое-то сказочное чудовище получилось бы. Какой-то взять моменчизавра с длиннючей шеей и туда гигантскую голову дилофозавра прицепить.
Вот так вот. Так, ну тогда, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.